Клещевая активность снизилась в Приморье. Об этом говорят данные Роспотребнадзора. Так, в прошлом году за аналогичный период в крае зарегистрировано 98 пострадавших от укусов опасного насекомого. В этом году их пока 13. За медицинской помощью обратились взрослые жители Владивостока, Артема, Находки и Уссурийска. Напомним, в Приморье продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. В Роспотребнадзоре уточняют, в государственных медучреждениях прививки можно сделать бесплатно. Если клещ присосался, его рекомендуют удалить как можно быстрее и сдать насекомое на экспертизу в ближайшую лабораторию. И получить экстренную медицинскую помощь, если клещ оказался зараженным.